Среди спортсменов он фигура известная и всеми любимая. В свои 86 Юрий Николаевич Исаев бегает марафоны и зимой, и летом. Постоянно участвует в соревнованиях «Лыжня России». Начал серьезно тренироваться еще в училище в 56-м. Сначала лыжи, потом биатлон. 33 года посвятил военному делу, но никогда со спортом не расставался. А потом началось ветеранское движение. И вот к этому я примкнул и начал заниматься марафонами. Вот. Скоростенки-то у меня не очень, а вот выносливости хватало. За его плечами 170 лыжных и 27 беговых марафона. Стал чемпионом Европы среди ветеранов по легкой атлетике и четырехкратным серебряным призером. Бегал на серьезные дистанции во всех городах России, от Камчатки до Мурманска. А для этого ежедневно тренировался. До работы часик я, половина шестого, я уже на лыжах. Прихожу домой, когда на Сетоне я жил, там была возможность, ну, не освещенка, а вдоль дороги у меня был круг 1 километр. После работы 10 кружочков сделаю, а потом уже ужинаю. Себя жалеть нельзя, уверен Юрий Николаевич. Поэтому никаких поблажек на возраст не делает. 5 дней в неделю пробежки и лыжи. Тянет, а потом организм требует. Если не побегаешь неделю, начинает ломать туда-сюда. В общем, настроения нет. А пробежишь, приходишь, как будто вновь родился. Поэтому всем советуют найти свой любимый вид спорта и заниматься с удовольствием. Ни в коем случае не лениться, ставить цели и достигать максимальных результатов. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».